Новая научная разработка, вот такие сенсорные стельки, которые определяют заболевания. Устройство называется Mirai, оно может установить диагноз на ранней стадии. Подробная информация о состоянии здоровья пациента отображается в приложении телефона. Данные сразу же генерируются и тоже появляются в приложении. Основатель проекта профессор Гульнур Калимулдина рассказала, что на изучение создания устройства ушло 5 лет. И вот если инновационная разработка получит финансовую поддержку, то в перспективе планируется запуск производства сенсорных стелек. Конечно, мы протестировали эту технологию на сотни людей. Проверили, в частности, на детях, страдающих аутизмом и двигательной дисфункцией. Устройство показало верные диагнозы.